Блокчейн-консорциум в сфере управления активами. Британская компания Nimbrix объявила о партнерстве с KPMG и Microsoft с целью создания платформы по управлению активами, снижая риск возникновения ошибок в торговле. Пользователи смогут использовать данные платформы, дополнять и анализировать их. Finextra.com сообщает, что прототип платформы был представлен на конференции Microsoft's Future Decoded в Лондоне. Альфа-версия ожидается в 2017 году.